Dragi gledatelji, počitovani gledači, dobro večer u ušte jedno Milenko Nedeljkovski show, nekada je pred krajotna sezonata. Dva eventa, jedan međunaroden, jedan domašno međunaroden, me je natera danas kada ja napravim ova tema. Jedni od event je konflikt od što se stvori na evropsko nivo istog-zapad po spuštanje, to prirodno to spuštanje na avionot vo Minsk i pokažuvanje na sila od strana predsjedatelot na Belorusija Lukašenko i celio toj odnos na sili, reakcija na Rusija, reakcija na Evropska unija, na NATO i tako natamo. A, vo kontekst na to nekako se poklopi i ova izvršnata odluka na Biden vo vrska so тоа да ќе бидат гонети најразлични по угледот на она што го направија во Бугарија, олигарси, богаташи, тајкуни кои се бават со каде што има нелегално богатење, каде што има корупција, меѓутоа не е испуштена во таа извршна наредба и потенцирањето на тоа дека ќе се оди на блокирање, казнување на луѓе кои се спротистовуваат на Охридскиот рамковен договор и на договорот од Преспа. Меѓутоа тоа е, го читав детално на англиски, толку е широка таа рамка направена, толку е така обшта, да е предмет на многу толкување, што всушност сакаат американците да порачаат. Толкување до таа мерка да може да едноставно и за погрешно преминување на улица, не, ако не се користи зебра на друго место, да има да добиеш некаква си забрана за нешто, за за било што за кој се американците заинтересирани. Меѓутоа, самото тоа покажа самата таа извршна наредба на претседателот на Соединетите Американски држави покажа дека овдека практично не владее со оваа држава, ниту претседателот на државата, ниту парламентот, ниту правосудството, ниту премиерот на државата. Едноставно, ние сме еден протекторат кој го менаджира во случајот сега амбасадорката на Соединетите Американски држави во Македонија, секако над неа Рикер Нулантис и како што оди по хиерархија. За јас, сето тоа да го малку подразмислам и подобјаснам или да видиме да добиеме некои информации повеќе помалку како сето тоа се случува надвор од Македонија. Го замолив Владимир Зотов од Русија, од Москва, кој е уредник на Руската федерална информативна агенција, да одговори на неколку мои прашања, односно нам, да ни објасни на сите неколку прашања кои ме интересираат. Ќе ја користам колешката Татјана Стојанович, она е дописник за Балкан, работи во Москва, инако е србинка. Ќе користам за да може да се направи преводот. Прв пат користиме во мојата емисија Технологија со Zoom конференција. Па евентуално ако има и некои грешки, ќе простите. Преводот од Татјана оди на српски, што мислам дека ќе е разбирливо за сите гледачи кои добронамерно сакаат да ислушаат што мисли за сето ова Владимир Зотов, за зоните на интерес, Балкан, чија зона на интерес и така натаму. Првото моје прашање оди за самиот инцидент, со спуштањето на авионот, за приземјувањето на авионот, за основните причини и за првичните реакции.
Значит, в Македонии граждане под своеобразным информационным блокадом находятся, получают информацию только из определенного источника, понятно, откуда он идет. И поэтому просим вас рассказать более подробно о инциденте, который, ну, в связи с самолетом, который произошел в Белоруссии, и о том, как это повлияло, собственно, на отношения, в том числе России с Западом. Самолет, который летел из Греции в Литву, был фактически насильно посажен в аэропорту Минска под предлогом того, что, как объяснил позднее президент Беларуси Александр Лукашенко, на борту мог находиться террорист. Авион, кој летео из Грчке у Литванију, био је насилно спуштен, био је натеран да слети на аеродрому Минску и то се десило под изговором, како је касније објаснио председник Белорусије Александар Лукашенко, да се у авиону налази терориста. Все это было затеяно для того, чтобы таким образом захватить одного из людей, который являлся, то есть одного из тех, кто являлся основателем телеграм-канала «Нехта», который, в свою очередь, являлась главным средством координации белорусских протестов, начавшихся в августе прошлого года. И все это было урадено због тога, да се из авиона просто узме один от путника, сарадник информационного канала «Нефта», кои је био умешан у организацију белорусских антивладиних протеста. Запад предсказуемо среагировал на это на уровне риторики достаточно остро. Практически все западные лидеры, официальные представители многих западных государств отметились резкими комментариями в адрес белорусских властей. И Запад весьма остро реагировал на этот инцидент. Практично сви западни лидери су дали веома оштре коментаре поводом тог белоруског инцидента. Было уже заявлено, что последуют санкции, вот, и что это не останется, то есть произошедшее не останется без последствий для Александра Лукашенко и его режима. Тем не менее, есть основания полагать, что по-настоящему серьезного обострения в отношениях официального Минска с Евросоюзом и США не произойдет. Било је одмах практично, уследиле су изјаве о томе да тај инцидент неће остати без последица за председника Белорусије Александра Лукашенка. Међутим, већ сада је јасно, постоје аргументи за предпоставку да заправо никаквих реалних великих измена у односима Запада према Белорусији и према Александру Лукашенку неће уследити. Значи да заправо то неће за њега дати неке, оставити неке велике последице. Санкции будут носить точечный характер. Они с огромной, то есть они с большой долей вероятности не будут секторальными, то есть они будут направлены не на то, чтобы экономически поддушить и осложнить положение режима Лукашенко, но скорее для того, чтобы обозначить, вот просто обозначить свое негативное отношение к произошедшему и для того, чтобы и при этом не создать серьезных проблем для белорусской экономики и для Беларуси вообще, потому что Запад всерьез опасается, что подобные шаги могут существенно подтолкнуть Белоруссию в сторону России. И санкции, которые наявил Запад, они че, по своему судячи, быть цилены. Neće biti ekonomski usmerene u tu stranu da ozbiljno poljuljaju režim Lukašenka,
из простого и да да униште, из простого разлога, что постоје опаске на Западу, да би тако нешто заправо озбиљно гурнуло Белоруссию у русский загрлеј. В частности, подобные комментарии мы слышим из Австрии, где, насколько я помню, один из представителей, из официальных представителей государства уже заявил, что основной задачей европейской политики на белорусском направлении традиционно является не допустить тесного и серьезного сближения Беларуси с Россией. И сигнал у том смеру добили смо недавно из Австрии, где один от австрийских званичника već изявио да санкции Белоруссии треба са великим опрезом уводити, значи циљано, да се не би дозволило управо приближавање Белоруссии са Русијом. То есть Запад, несомненно, будет вводить санкции, будет вводить дальнейшие ограничения для Лукашенко и его приближенных. Тем не менее, он всегда будет держать в голове тот момент, что это ни в коем случае не должно привести к тому, чтобы Лукашенко слишком сильно сблизился с Россией. То есть я полагаю, что санкции в конечном счете будут достаточно щадящими. И Запад, он će несумнjivo uvoditi sankcije protiv Lukašenka, protiv njegovih najbližih saradnika, ali pri tome će uvek paziti da te sankcije ne dovedu do prevelikog intenziviranja rusko-beloruskih odnosa. Да, в настоящий момент мы наблюдаем существенное ухудшение, серьезное ухудшение отношений Минска с Западом. Тем не менее, мне кажется, это ухудшение не будет носить глобальный характер. Если это тенденция, то она вряд ли будет долгосрочной. Да, заиста, тренутно мы можем да гледам, да видимо погоршание односа, можем да посмотрим погоршание односа između Минска и западных земалья, али не сматрам да ће то погоршание бити глобално и сматрам да ће оно бити, имати привремени характер. Татьяна, да ли то значи да је Лукашенко odigrao svoju ulogu baš onako diplomatski briljantno, da reši problem sa organizatorom ili jedan od organizatora revolucije u Belorusiji, a sa druge strane da ne bude njegova privreda suviše pogođena razno raznim sankcijama, odnosno da li na taj način Zapad priznaje njemu suverenitet u Belorusiji, u njegovoj državi? Значит ли это, что тот, можно сказать, эта акция Лукашенко по отношению к одному из лидеров оппозиционного движения, на самом деле обозначает то, что он проявил себя как отличный, ну просто блестящий игрок, и что Запад, ну, поставил Запад в такое положение, что он ему признал суверенную роль белорусского лидера. Лукашенко, он действительно очень опытный игрок на своем любимом многовекторном поле. Однако я не думаю, что Запад признал его именно роль, вот именно как суверенную роль, потому что Запад не признает вообще ничей суверенитет. Лукашенко je zaista, može se reći, odličan igrač na tom polju. И, međutim, то не значи, он и в ovom slučaju odigrao zaista blistavu ulogu, ali to ne znači da Zapad njemu priznaje suverenu ulogu iz prostog razloga što, znači lidera Belorusije, iz prostog razloga što Zapad teško da se može reći da on bilo kome priznaje ulogu suverenog lidera. Тем не менее, Лукашенко, несомненно, понимал, что Запад все-таки
на совсем уж серьезное обострение с ним не пойдет. И когда он сажал этот самолет и арестовывал Протасевича, на которого он действительно очень зол, он имел в виду, что будущее, то есть это да, это приведет к обострению, но это обострение не будет носить фатальный характер для его режима. Именно потому, что Запад не захочет всерьез портить с ним отношения, уже рвать с ним отношения. Ipak Lukašenko, kada je se odlučio na to da spusti avion na Minski aerodrom i da Protasevića odatle tako, zadrži zapravo iz tog aviona da ga izvede, on je razumeo da Zapad neće do kraja ići na zaoštravanje odnosa sa njim. I u tom smislu, znači, on je tu imao... on je dobro procenio situaciju, upravo da neće ići na zaoštravanje odnosa, da ne bi dozvolio previše zbližavanje sa Rusijom i da neće, znači, naravno, Zapad ići na potpuno raskidanje odnosa sa Lukašenkom. В этом плане Лукашенко, несомненно, поступил как опытный и умелый политик, который, в общем и целом, учел все необходимые риски, когда пошел на этот шаг. И в том смысле Лукашенко и заиста поступил как искусен политичар, который взял в обзор все ризики, прежде чем что се odlučio на такав корак. Сада международная политика и дипломатия е ствар и овако показывания слика, односно асоциативних ситуација. Па тако одма након tog incidenta sa avionom koji je sleteo, prinudno sleteo u Minsk, desilo se da je Vladimir Vladimirović Putin imao odmah sastanak, i to onako baš prijateljski, na jahti sa kupanjem u Crnom moru sa Lukašenkom, i samo dan ili dva nakon toga čestitanje lideru Sirije onako javno, jasno i glasno, to je jedna stvar. I druga je da Zaharijeva apsolutno u svakom nastupu, onako što bi mi rekli ovde na Balkanu, riba Zapad, riba NATO, riba Evropsku uniju, a u korist između ostalog i Belorusije. Ну, мы можем сказать, что политика, международная дипломатия – это, ну, такая вещь, что она пользуется приемом как ассоциативный ряд, и мы заметили, что после этого инцидента с самолетом, незадолго после этого, Путин встретился с Лукашенко, и там было показано, как они встречаются в такой дружеской обстановке, как это вместе на яхте. Потом Путин поздравил, например, лидера Сирии. Тем временем Захарова в каждом своем выступлении, ну, на каждом своем брифинге, она, собственно, очень остро выступает в поддержку Белоруссии. Да, Российская Федерация традиционно поддерживает Белоруссию. Этот случай, он не стал исключением. Лукашенко прекрасно понимал, что так оно и будет. Потому что российская власть, она с этой позиции сойти не может. Тем не менее, она действительно, она поддерживает Лукашенко, она фактически оплачивает любой ущерб, который был ему нанесен, и в этот раз, я уверен, будет так же. То есть тот санкционный ущерб, который получит Белоруссия в результате нынешнего обострения отношений с Западом, будет компенсирован Российской Федерацией снова. Da, to je zaista tako. Rusija, ona podržava dosledno Belorusiju i kada je prosto zbog toga što ona ne može da napusti tu svoju poziciju i kada je Lukašenko izveo tu operaciju sa spuštanjem aviona, on je i to između ostalog znao i to je uzeo u obzir. I ne samo to, Rusija ona uz to još i plaća, može se reći da će ona uvek platiti zapravo sve, jel tako, može se reći, troškove beloruske strane u ime te podrške i tog prijateljstva.
Проблема в том, что Россия за свою поддержку Лукашенко ничего не получает от него взамен. Никакой серьезной интеграции от него, естественно, Россия не дождется. И он уже после этого случая успел заявить, что он не собирается отказываться от многовекторной политики, равно как и всерьез объединяться с Россией. И проблема в том, что Русия за узврат от Лукашенко не добия никакую реальную поддержку, не добия ништа за узврат. И već после, значит, когда се мало смирила ситуация около тог инцидента, Лукашенко je već stigao da izjavi da on neće odustati od svoje viševektorne politike i da zapravo neke realne integracije sa Rusijom da to ne treba očekivati. К сожалению, Россия не демонстрирует способности пользоваться обострением отношений между своими номинальными союзниками и Западом. Нажалост, Русия, она не умеет да користи таков момент, као што је заоштравање односа између њених реалних или номинальних савезника и Запада. Сейчас можно вспомнить ситуацию, которая сложилась в 2010 году, когда после тогдашних выборов президента Белоруссии в Минске тоже начались протесты, которые были очень быстро и жестоко подавлены, что вызвало крайне резкую реакцию со стороны западных государств. И можем сетить от прилике сличной ситуации 2010 года после избора u Belorusiji, kada su izbili protesti i ti protesti su isto tako bili veoma oštro i znači surovo ugušeni od strane beloruskih vlasti. Однако это было временное похолодание, которое через какое-то время как раз-таки сменилось другим моментом, а именно действительно сближением Беларуси с Западом и усиливающимся конфликтом режима Лукашенко с Россией. И тогда Запад также очень остро реагировал на то гушение протеста. Уследило е захлаждение односа, али то захлаждение односа је прошло. Znači vrlo brzo, imalo je privremeni karakter i posle toga se pojavio, znači krenuo je novi talas zbližavanja Minska sa Zapadom. I сейчас ситуация выглядит острее, однако я не вижу реальных оснований для того, чтобы в этот раз все сложилось как-то иначе. Я думаю, что ситуация, вот эта ситуация, которую я сейчас до этого говорил, повторится. I sada situacija izgleda kao da je zaoštrena veoma, međutim ja ne vidim neke realne pretpostavke za to da u ovom slučaju dođe do pucanja. Naprotiv, meni se čini da će se situacija razrešiti tačno tako kao što se isto tako kao što se razrešila situacija o kojoj sam upravo govorio od 2010. godine. Imao bi sada jedno pitanje, a to je da, malo da izađemo iz Belorusije, a to je da se paralelno odvijaju veliki vojni manevri ruske armije i armija NATO-a. Recimo, evo u Makedoniji, na samoj granici između Makedonije i Srbije, postoje NATO pokreti i u srcu Makedonije je baza Krivolak gde se izvode svakodnevno razna probna gađanja, preleti helikoptera i tako dalje, a sa druge strane, sa srpske strane na samoj granici sa Makedonijom ima vojnih vežbi u koje učestvuje srpska i ruska armija. Takođe, veliki manevri koji se dešavaju u Poljskoj, u baltičkim zemljama i tako dalje sa strane NATO-a, sa zapadne strane, imaju kontrapunkt kod ruske armije koje takođe radi velike svoje manevre. Baš pre nekoliko nedelja su bili oni, možda malo više, su bili oni veliki manevri na granici sa Ukrajinom. Kako
Vladimir gleda na ta vojna militantna zveckanje oružjem. Хотел бы немножко, значит, сейчас непосредственно, значит, уйти из Белоруссии и спросить о следующем. Мы заметили, что в настоящее время, ну, в последнее время проходят многочисленные маневры, учения военные, с одной стороны с участием российских войск, а с другой с участием войск НАТО. И вот, например, в Македонии, на границе с Сербией, там, где, собственно, и НАТО активно участвует в разных учениях, и недавно прошли маневры с участием сербских и российских военных. То же самое мы знаем, что проходят регулярно маневры в Прибалтике. Недавно прошли большие маневры на границе с Украиной. Как, на ваш взгляд, ну, как вам кажется, этот, собственно, это какие-то, ну, какая-то демонстрация оружия, или как вы это воспринимаете? Я это скорее воспринимаю не просто как демонстрацию оружия, а как попытку четко обозначить со стороны НАТО свою сферу влияния и то, что вот эти вот описанные регионы находятся в полном распоряжении как раз-таки Запада и Североатлантического альянса. Я со своей стороны видим то не как звецкание оружием или некакую демонстрацию так, своей военной мощи, но видим то как покушай от страны НАТО да ясно означи свою сферу евроатлантского утицая. И вот то, что происходит, те маневры, которые происходят на Балканах, относительно них я полностью присоединяюсь к оценкам, согласно которым их основной целью является показать, что Балканы являются абсолютной, полной, безраздельной сферой ответственности НАТО. Это касается как тех балканских стран, которые номинально входят в блок, так и тех, которые в них не входят. То есть НАТО хочет показать России, что здесь хозяин именно НАТО. Što se tiče tih vojnih vežbi koje se odvijaju u posljednje vrijeme na Balkanu, konkretno o njima ja delim ocjenu onih stručnjaka, onih eksperata koji smatraju da je to zapravo namjera NATO-a da pokaže da je Balkan сфера утицая Северно-Атлантской альянсы, евроатлантская сфера утицая, при том, значит, цел Балкан, без обзира на то, да ли се ради о оним землями, кои су номинално већ чланице НАТО, или се ради о землями, кои још увек нису ступиле у альянсу. И это не, эта активность не исчерпывается сугубо военными приготовлениями. Мы видим это и на политическом фронте тоже. Возрастающее давление на действующего президента Сербии с требованием немедленно легализовать в той или иной форме признание Косово со стороны Белграда. Возрастающее давление на руководство Республики Сербской. Это все относится к той же сфере. Запад спешит полностью и целиком застолбить Балканы как свою собственность. И то се види не само на војном плану, види се и у исто време и на политичком плану, зато што ми видимо, сведоци смо да у последње време су се појачали притисци на руководство Србије, на председника Вучића, да, је тако, призна независност Косова, затим јачају притисци на Републику Српску, такође, ови последњи догађаји око именувања представника, и по моему мнению, то е заправо део једне исте стратегије да се, значи, Запад жели просто да потврди свој утицај и своје присуство у Балканском региону.
Что касается учений в Прибалтике, то мы давно к этому привыкли. Это постоянные такие мероприятия, которые тоже позиционируются, являются фактором военного давления на Россию и на ее границы. А что се тиче војних вежби у Балтичком региону, ми смо одавно на них навикли и они такође представљају известну демонстрацију НАТО-а, у којом он жели да покаже, Алијанса жели да покаже да је заправо присутна у региону и то је својеврсни притисак, војни притисак на Русију. Тоа беше интервјуто со Владимир Зотов, уредник на Руската федерална информативна агенција Регнум. И благодарам на колешката Татјана Стојановиќ за незиниот превод. Мислам дека многу интересни тези изнесе Зотов, кои се вредни за размислување и вредни за анализирање. Јас ве поздравувам, ви посакувам убав викенд и се гледаме следниот петок со уште едно Миленко Недлаковски шоу, секако во понеделник си оди редовниот винтич. Пријатно и со здравје.